Добрый день, мои друзья и подписчики. Сегодня я на пешей прогулке на очень красивом Перемкуле вдоль горной реки. Хотел бы вам сказать два слова. Особенно для тех, кто делает первые шаги в ЗОЖ, в правильном питании, в осознанном образе жизни. С чего начать? С чего же начать из нагрузки? Я предлагаю не бег, не выпады, не спортзал. Предлагаю длинные пешеходные прогулки от 30 минут на свежем воздухе, в темпе, когда вы можете говорить, ответить на телефонный звонок, но не можете, допустим, петь. Что для этого надо? Красивая дорога, это может быть парк, Перемкул, это может быть тропинка вокруг вашего дома, либо в парковой зоне. Второе, удобная обувь, если это горная местность, то это трекинговая обувь, подошва хорошая. Удобная форма одежды по погоде, может быть какая-то куртка вместе с вами. По времени это должно быть от 30 минут, чтобы включился режим жиросжигания. Это самые комфортные нагрузки для вашего тела. Ну и хорошее настроение. Если у вас будут наушники с классической музыкой, это дополнит ваше впечатление от этой прогулки. Занимайтесь пешими прогулками. Это замечательные нагрузки, которые вам помогут адаптироваться к дальнейшим более серьезным вещам. Итак, будьте осознанны, начинайте с пеших прогулок. Всем добра и здоровья. До связи и до встречи на моем канале.